уже пару дней не заходила я в оранжерею, готовлюсь к выставке. Даже не знаю, что у меня тут происходит. Так, да, Маша полила тут все. Вроде все политое. Так, но она мне показала несколько моих сеянцев после пересадки. Погибли. Ну ничего. Бывает, может где-то залили. Вот это вот, она, посмотрите, это старый вроде сорт. СМ Крымская весна. Вот так вот выглядит. Так, тут вроде все в порядке. Тут полочки цветут. Что-то поедет на выставку. Часть уже на магазин уехала. Тут тоже все цветет, что-то отцветает. Вот стрипсы. Стрипсы прям отцветают уже. Я вчера поливала. Ну, значит, пропустила полить. Нет, как же плохо пропустила, мам. Ну вот, видишь, не политые вообще. И вот это вот, они прям легкие. Они любят не политые, мам. Может, они слишком чистые? Там то... Как? Нет, не ну, нет, ну, может быть, они были сыроватые, ты их не стала поливать. Да, возможно. Ну, потому что надо... С одного конца начинаешь. Пока закончишь, уже остальные сухие обратно. И вот так вот бесконечный такой квест. Найди сухую фиалку, сухое растение. В общем, полив — это такое дело. Оно не прекращается. А можно я вольюсь в ваш маленький кружок юных садоводов? Вдруг в будущем я стану агрономом? Прошла неделя после обработки моих растений здесь в кактусовой вот этим вот препаратом от болезней и от вредителей. Помидорки у нас, томаты заметно подросли. Некоторые вот даже уже из стаканчика уже выглядывают. Уже появилось по 3 настоящих листика. Огурчики я подвязала. Сделала вот такие шпалерки и подвязала. Немножко я их неправильно посадила. Их надо было посадить вот так и вот так, чтобы они были параллельно вот этому, вот этой вот подвязке. Ну, ладно, уже как посадила, так посадила. И ну, вот так вот я сделала такую конструкцию. Тут все привязала. Ну, ничего страшного, они сейчас чуть подрастут, и мы их направим по нужной шпалерке. Они тоже подросли, позеленели. В субстрат я сюда добавляла суперфосфат. Так что, что я скажу про вот этот препарат, которым я пользовалась. Для овощных культур он подойдет. Для комнатных растений я бы его больше использовать не буду, потому что он оставляет вот такие вот белые пятна. Это именно от фунгицида. Фунгициды, как правило, оставляют белые пятна. От болезней для моих комнатных растений я все-таки выбираю топаз. Топаз не оставляет никаких следов на растении, так как у нас выставки и растения выставочные. Я не буду такими, и мыть мне их никогда, тем более фиалки так не помоешь. Поэтому, если еще суккуленты можно как-то вымыть, или там сансевьеры можно протереть, филодендроны, ну, это тоже трудоемкий процесс, постоянно заниматься вот этой промывкой мне некогда. И я лучше выберу такой препарат, который будет у нас подходит для комнатных растений, не будет оставлять следов. Вот. Ну а сейчас я буду делать обработку. Следующую неделю уже прошла, и я буду обработку делать от вредителей вторую. Но сейчас я уже буду делать собачьим шампунем, чтобы промыть вот эти все вот эти некрасивые следы. Они отмываются, вот, оттираются. Я развожу раствор с водой
из-под обратного осмоса. Вода, она не оставляет вот таких вот пятен. Пятен, это от кальция бывает, что вода оставляет пятна от соли. В общем, она без соли. И я вот с ней буду разводить фитоверн собачьим шампунем и опрыскивать здесь оранжерею. Заодно я промою некоторые листья, которые возможно еще промыть. И обработаю от вредителей, вторую обработку сделаю. Вот такая вот у меня пеларгония разрослась. Она у меня не очень хорошо росла, но я ее пересадила. Вот это у меня здесь классман. Субстрат с перлитом, и она вот хорошо у меня прям тронулась в рост и нарастила вот такую вот крону. Также я хочу ее все-таки размножить, потому что у меня осенью это не получилось, черенки сгнили. В общем, и это была не первая попытка, но тогда было растение довольно молодое и такое слабенькое. Поэтому, ну, буду в этом году пробовать размножить эту. И я понимаю, что это, конечно, болезнь. Я нашла еще несколько сортов вот таких именно пестролистных пеларгоний. Я хочу их заказать. И вот сейчас я в процессе переговора насчет этих пеларгоний. Если у меня все получится, я вам, конечно же, покажу. И я хочу в своей коллекции оставить некоторые красивые пеларгонии, на мой взгляд, которые мне нравятся по цветению. И основная коллекция это будет состоять, ну, на сегодня я так решила, конечно. На сегодня я решила, что моя коллекция будет состоять из красивых пеларгоний, красивых листьев. Вот таких вот расписных. Ну, это у меня сегодня такое решение. Как будет дальше, посмотрим. Но мне очень нравится вот эта пеларгония. Мне даже не нужно ее цветение. Я любуюсь ей в таком ее красивом состоянии. Тем более вот сейчас у нас весна, да, и новые листочки окрасились в такие красивые зональные. Вот у них зоны выделяются такие, можно сказать, такого оранжевого цвета. Все зоны проявляются красиво, и мне это очень нравится. Ну, вот такие вот новости. Хочу вам показать RS серпантин, фиалочка. Вот такие два здоровых листа с материнского растения дали вот такие две детки. Детки хорошие, жирные, но листья оказались не очень щедрыми на детвору. Серпантин очень красивый сорт. Хотелось бы, чтобы эти детки процвели по сорту, так как он мне очень нравится. Скоро я буду их отделять уже от листочка.